Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1387. Евангелие от Иоанна 5:39. Исследуйте Писание. Ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. За 3 октября 2019 года и наше обращение. Курсором останавливайте движение, можете прочитать. Наш батюшка уехал, отец Аким, в Туле, и спрашивает, где написано, что мирянам, то есть не священным лицам, в алтарь не заходить никому. 6-й Вселенский собор, 69-е правило. Мы ему сообщили. Вот это вот написал. Написать-то написал. Но я еще в чату, не в чат рулетки, а в этом содружестве написал об этом же. Вот как это выглядит. Написал стихотворение. А потом вот. Голубь, голубка и фотографии. С детства люблю вас. А у меня все же тут нету разве? Раз, два, три, четыре, пять. Я увеличить даже не могу. И вот тут есть. И фотографии. Как же тут не крупно-то? А, вот как. Вот послал фотографию, как она открывается. Вот. Первый этаж, вот люди стоят. Вот. Второй этаж, дети. Третий этаж. Залез на четвертый, я залез на пятый. Это называется скворечник. Тут я живу. Это у нас трапезный. Собирается занятие. Я принес голубей. Вода пить, семечки, вот они. 3, 4, 5, 6, 7, 8 голубей. Вот занимаются, никто не смотрит, я отвернулся. И голуби рядом сидят. Вот как это выглядит. Как одета у нас женщина, говорит, как мусульманки. Еще мусульманки хорошо одеты. Это молодоженов. Ей дали черное, а ему белое. Виктор Николаевич поет «Голубь, голубка, я с детства люблю вас». Это надо просто знать. Вот оно. Занятие. Это я там на голубе от них, вот они с руки едят. Одна на руке сидит, на правой. Другая подлетает, прямо садится. Вот так. Сколько людей знакомятся, никто не обращает внимания. А это я во дворе. Это Потеряевки на столбе, вот тот тополь в конце деревни. Там саманные стены я показывал. А это там
голубка такая вот, ручная. Барнауля. А вот на руках, на одной, на левой сидит. На правую залетела. Это наша газелюшка. Вот залетели на трубу, я их снимаю. Вот, какие глаза. Слепыши. Тут голубка. Это вверху, там на четвертом этаже показываю. Голубятня номер один. Сейчас голубка перед голубятиной. Голубятня вот сидят много. И там на второй. А вот он черный, она белая. А какой он голубенок-то, уже глаза открылись. Духовное описание. Разбираю Златоуста. Вот как же так это сделать-то, чтобы заговорило? Ну никак. Потому что у меня тут клавиатура закрыта ящичком. На ней книги лежат. Ну а дальше уже тут все смотреть. Да. Я не знаю даже, где это взять. Почему-то здесь вот нету как раз. Ну, значит, нету. А что день? День провели. День хорошо провели. Дрова пилили. Разные столбушки подгнившие привезли сюда. Володя колол, а я возил на тележке. Ну, такая маленькая одна, кузовок на одном колесе. Завтра, думаю, поторговаться, приобрести ее. Вечером копали морковку. Матушкина, она дала мне хорошие моркови. Вот так день-то и закончился. Небольшая вообще у меня неприятность. Погибло много голубей здесь. Непонятно почему. В Краснодарском крае. Вяхери или видите, дикие голуби погибли. Говорят, травили мышей на полях, они там наели зерна и погибли. Погибло очень много. Все сфотографировали, показали. И у меня самые породистые, самые такие ценные голуби. Один за другим утром прихожу, мертвые лежат. Сытые. С вечера. Все нахохлились, а я приручил тут таких, называя их черные, серые. Дикие, хохолки у них стали появляться. С чем связано, не знаю. А им хоть бы хны. Летают и ничего нет. А эти погибают. Все. Жалко, конечно. Конечно, жалко. Все на этом.